Всем привет, с вами канал GameDop, это игрушка Пентовар. Сейчас идут осады постов. И посмотрите, на какой я пост попал. Я здесь впервые. И он меня сильно-сильно удивил. Как по мне, такое сооружение на такую локацию, оно вообще не вписывается. Посмотрите, пальмы, море, травичка зеленая, и тут какая-то непонятная штука стоит. Там голубая, оранжевая, фиолетовая, какое-то здание там писали, вообще непонятное. Здесь, по идее, по кругу нужно подниматься на самый верх, а потом в центр падать, и в центре там уже флаг стоит. Потому и начал видео записывать, потому что меня такое здание удивило. Я раньше здесь просто ни разу не был. Ага, облом. Пока записывал, все побежали. А меня бросили. И вардов не убили. Гвардов. Все, прибежал. На этом видео можно заканчивать. Видео одной минуты. Так, где там они, блин? Ай, не видно. Не видно их. Короче, просто врубил запись видео, потому что меня удивило такое сооружение, которого я раньше здесь не видел. Не то, что я здесь его не видел, просто я здесь ни разу не ходил. Вон, видимо, они по центру флаг бьют. А я не добежал до флага. Цветовая гамма меня вообще поражает. Фиолетовые фонари, голубые фонари и оранжевые фонари. Нам в комментариях пишут, это ночной клуб. Так в натуре на ночной клуб какой-то похожий. Туда еще музыку такую бомбезную включить. И будет офигенно. О, еще поднимается, трупак валяется. О, Фокси пришла. Она будет резать или что? Она резает всех. Сейчас дальше побежим. Ой, танк пришел. А меня? О, а то побежали, вы чё, гоните? Так, побежали дальше смотреть на данный пост. На такое необычное сооружение. Подождите меня, подождите. Кучнее идти нужно, чтобы танк этих агрил на себя. Нужно подняться на самый верх. Подниматься далеко и долго. Даже чувак пишет это в синий чат. Мы тут первый раз на серваке. Тогда. Уже 2 месяца играю в Пентовар, и здесь еще ни разу не был. И я опять упал, пока читал чат. О, они вон флаг бьют. Все. Наверное, они уже точно не будут
идти обратно, чтобы меня рестнуть. Хотя он снизу кто-то бегает. С одной стороны, так смотрю, такое прикольное здание. Мне нравится. Поначалу мне оно как-то... Даже не знаю, как сказать. Такие эмоции. Что это? Что это такое? Что это за фигня такая полная? А сейчас смотрю, мне даже нравится. Поначалу это все очень критично воспринял. Штыки, как говорится. А сейчас смотрю, мне нравится такое сооружение. О, кто там бежит? Мудрость. А ну посмотрим, она меня реснет или не реснет. Она вообще хила и не хил. Она, возможно, это СЕшка или ЕЕшка. У нее реса, наверное, нету. Побежала мимо. Удачного пути тебе, мудрость ты ходячая. О, так вот еще поднимается. Но там, по идее, они без хила поднимаются. Танк ведет. Но без танка они далеко не зайдут. Точнее, без хила далеко не зайдут. Какого танка? Танк идет и без хила далеко он не зайдет. Вон, выкупатель сверху падают. Сверху падают. Короче, нужно по этому сооружению пройти-ка по спирали, подняться на самый верх. И потом прыгнуть вниз. И там стоит флаг. И тот флаг нужно бить. Вот, чуваки идут. Кто там? Танк идет, да? Танк идет и пика идет. А ну, далеко не дойдут? Идут. Ну, я, наверное, ошибался, что не без хила не дойдут. Танк там жирный, походу. Добыча кристаллов. Добываем еще кристаллы. Мне кристаллов нужно много. У меня шмотки без этого, без теста стоят. Так, все. Короче, меня никто не реснет. Так что... Я видео врубил, чтобы показать данное сооружение и все. Так что на этом можно видео заканчивать. Всем спасибо за внимание, всем пока. Опа-на, я вернулся. Поспешил, короче, камеру вырубить. И шла еще одна пачка отставших игроков. Всех вроде бы порезали. И теперь все толпой дружно идем наверх. И мы с вами пройдемся, посмотрим, может там что-нибудь интересненькое есть. Есть на что посмотреть. Так. Так, вот по идее мы поднялись на самый верх. Дальше куда? Дальше просто падать вниз. Ну! О! Ба-бам! Я на месте. Вот такая вот площадка, здесь флаг стоит. У флага еще 20% хп. Сейчас по-быстрому добьем его. Вау, какой пейзаж офигенный там. Людей играет сейчас очень мало. Если раньше был онлайн, получается 5-6
там даже до 7000 доходило. Сейчас по вечерам 2500. Утром, днем там 1000 играет. И то это же не 1000 игроков. У каждого там игрока по 2-3 окна сидит. Думаю, стоит тех 2000, которые играют, там игроков, ну буквально может человек 500-800, думаю, не больше. Загибается уже пентовар, как мне кажется. Хотя я думал, он гораздо дольше проживет. Но загибается. Здесь просто жесткий кач. Люди этого, наверное, не выдерживают. Там 50-е, 60-е подняли еле на еле. И дальше кач вообще медленно идет. И потому, наверное, многие позабивали. Ну и баланса здесь нету между игроками. У меня, припустим, всякие снайперы, дагерщики. С удара. Пыбыш! Все, с удара убивают. Снайперы вообще имбовые. Стоит там фиг знает где. И стреляется. Ему еще добежать нужно, чтобы хотя бы по ему раз пулянуть. Так ему даже добежать нельзя. У него скорость перемещения быстрая такая. Он бегает туда-сюда и стреляется там с рейнджем 1300. Так, короче, добили флаг. Давайте посмотрим на этот шикарный пейзаж. Так, снизу крокодильчики, пальмы, зеленые горы. Там где-то море есть. Не, прикольный пейзажик. И прикольный инст. Инст. Пост. А не инст. Ну что? На этом, наверное, точно все. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока.